Всем привет! Сегодня видео будет о необычной дружбе. Большинство маленьких девочек обмениваются подарками со своими подружками. Но эта девочка получает различные безделушки от необычных друзей, птиц, живущих в ее саду. Маленькая Габи Мэна Сиэтла кормит ворон арахисом, а те взамен приносят ей различные подарки. Коллекция девочки уже насчитывает более 70 блестящих бусин, пуговиц, кусочков металла, цветного пластика. Наверное, самый трогательный подарок – это половинка кулона, на котором видна надпись «Лучший». Очевидно, что при соединении с другой половинкой получится фраза «Лучший друг». А среди наиболее ценных подарков ее коллекции – сердечко жемчужного цвета. Ее странные отношения с воронами начались в 2011 году. Ей было 4 года, когда как-то раз она ела на улице и случайно уронила пару крошек на землю. Сразу же к дому подлетела стая ворон в надежде урвать кусочек. После этого случая Габи начала подкармливать их своим обедом. Позже птицы стали ждать ее со школы, а 2 года спустя Габи и ее мама Лиза сделали у себя в саду кормушки и стали наполнять их водой и арахисом. Пожалуй, наиболее поразительная история, про которую рассказала Лиза, это то, что вороны следят за их семьей. Как-то раз она уронила крышку от объектива и, уйдя домой, забыла об этом. Примерно через час Лиза вернулась в надежде найти ее и увидела, что ворона вернула крышку, положив на одну из баночек, из которых птицы пили воду. Я посмотрела видеозапись и увидела, как ворона принесла крышку во двор и промыла ее в ванночке. Это было впечатляюще. Я уверена, что она сделала это намеренно. Представители вороновых, как известно, умнее других птиц. И ученые обнаружили, что их интеллект не уступает большинству млекопитающих и даже маленьким детям. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что оставались со мной. Кому понравилось, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!